Всем привет, ребят. Ну что, сегодня на английском сервере новые пиратики и такой вот мегабонус дают пасхальный католическая Пасха и дают сундучки, с которых вы можете вытащить топовые плюшечки. Ну, здесь, например, это грубая сила. Ну, я не беру расходники в счет. Самое основное это вот этот пак, где можно получить исцеление третий. С четвертого тоже можно СО и пакт получить. Ну, пятый уже чисто расходники. Но это не все. Поехали сейчас. Еще покажу бонусы плюхи, которые на английском сервере поменяли. Так, что у нас тут? Шаман. Сейчас мы, короче, нашаманим. Подешевел Лазуря. И Космо по 30 уже дают. Также дают землеройку. Так, вот мы забрали плюхи. Давайте откроем некоторые паки. Они у меня... У этих у меня много. Вот, допустим, ну, 50 камней это самое такое. Четвертых. Я не могу все открыть. Камешек упал, допустим, с третьих. Видите, не прет. Воодушевление тоже, в принципе, неплохой вариант. Самое основное вот здесь. Смэш. Махатму можно вытащить. И новые талантики сюда добавили. И самое-самое интересное, это обновленный пират. Вроде так с виду один и тот же. А вот здесь вот поставили уже Асурика. По два камешка дают. Было раньше один, потом два, потом опять один сделали. В принципе, все остальное, опять же, топовые расходники. Пятые, как и были, из заклинательницы. Ну, самое основное, то, что можно уже достать Асуру. Давайте сейчас посмотрим немножко. Вот заклинательница. Аж две штуки сразу упало. То есть, ну, еще плюс две. Посмотрите, как сундуки падают. Нифига, 7500, ребят, офигеть. 7,5 как кулаков. Как вам такое? А вот Асура, кстати, падает не очень часто. Ну вот радует то, что пирата изменили. Сейчас посмотрим, как Асурика. Сложно, не сложно. Заклинательница-то падает хорошо. Заклинательница, третья карта. Ну и самое основное, еще и третьи карты падают, с которых тоже можно достать обалденных героев. Вот Асура. Ну, то есть, видите, 1010 самов, и вы можете получить реально топовые плюхи для прокачки своего аккаунта. Вот как-то так. Но это опять же, это английский сервер, на русском этого ждать не стоит, там даже не добавили смену героев, обмен героев точнее. Сейчас мы туда доберемся, давайте посмотрим акции, что у нас тут интересного есть. Такс, за десятку, ничего себе, бонус, неплохо. Эмблемки восьмые, круто. За двадцатку Апекс камни уже начали продавать. 160. Ну, я говорил, что будет дешеветь. 100 эмблем. Почему? Почему бы и нет? Фрея Кипер Пак. Посмотрите, 5 баксов всего стоит. Ну, то есть, если сравнивать с другими серверами, больше халявы, чем на английских серверах нет. Питомцы. Тоже очень круто. Можно подоставать недостающих всех. Сундучки, как видите, увеличили количество. Ну, огники, роза. Еще и монетки дают. А вот подешевели уже. Был 100, там 3 штуки, 3 руны. Уже 52, плюс можно добрать скины, плюс космо. Тоже неплохо. Ну, и большой пак, как обычно.
Также сегодня добавили у нас вот новый гифт, Bunny Gifts называется. 300 топовых книг, 300 каблуков, 300 этих скина, 50 сундуков. Это за средний пак получаете. Только они написали. А ну сейчас посмотрим. Вот написано за 3 и за 7800. Получается, что за средний пак неплохо. За 1410, за 20 и за 50. Неплохие плюшки. Вот посмотрите, 100 космо. То есть, по сути, покупаете пак за 50 и у вас фуловый космо есть. Неплохо. Ну, все дешевеет, как я говорил, Apex кристаллы, супер. Реально в этом плане все очень круто. Так, это у меня еще гифты остались, тут ничего не открыли, понятно. Ну, в общем, как-то так. Что у нас по битве гильдий? Красавчики. Это красавчики. 3 из 5. Землеройка, в общем, тащит. Так, окей, поехали дальше. Посмотрим, на русском дали, нет. Ну, наверное, как обычно, не дали. Это же русский сервер. А может и дали халяву. Понятно все, в общем. В общем, ребятушки, как обычно. Разбегаемся нас на ипале. Ну, все как обычно на всех серверах. Ну, я думаю, здесь дадут, только вопрос, когда. Так, надо, кстати, не забывать, и вы не забивайте хотя бы хоть где-то пропускать. Забирать яички, потому что шарик надо собирать. Особенно, ну, тут скины Apex кристалловые. Что по рынку? По рынку у нас ничего не поменялось. Понятно, в общем. Интересно, на Китай кидали? В общем, поэтому русский сервер и теряет свои рейтинги, потому что на всех серверах дают, на русском сервере нет. На китайке, наверное, тоже не дали. Да, на китайке тоже не дали. Это только чисто на Европе. Англичанам дали, поэтому нам стоит ожидать, наверное, на обычную Пасху. Других вариантов я не вижу. Тут пират обычный. Тут тоже ничего не меняли. Тут вообще герой. Ну тут зато огненько можно собрать нормально. Так, что здесь? Питомцев штампуют. Скины, кстати, так и не раздают толком. Этот, кстати, обалденнейший пак надо забирать всегда. Кто играет, ежедневки выполняет. Ему обязательно это забирать на китайке. А, вот он есть. Ну, тут пак неплохой, даже получше, чем на английском. Сразу же 3 эмблемы дают. Вот так вот, ребятушки. Вот такой вот английский сервер. Там дали все.
На остальных пока не дали, будем ждать. Ну, думаю, дадут всем. Это же Пасха. Пишите комменты, лайки, репостики, ждите видосиков. Понедельник будет опять очередной розыгрыш еженедельки. Всем удачи, всем пока.